Студенты многопрофильного колледжа побывали на необычном уроке физкультуры. Сегодня он прошел на корте спортшколы «Арктика». Накануне Международного женского дня учебные пары для студентов совместились с пропагандистской праздничной акцией, которую организовали сотрудники спортивной школы. Она призвана популяризировать зимние виды спорта, такие как хоккей и фигурное катание. Всего на льду покатались около 50 студентов. Ребята не только разнообразили свою учебу, но и отлично провели время. Это круто, физическая культура все-таки как-никак, то есть тело как-то разогревается и в интенсивности все-таки более-менее находится, поэтому это круто. Пропагандистская акция, посвященная 8 марта. Акции у нас проходят регулярно. Мы приглашаем студентов в колледжи, дети свободно катаются.